Я многих испытаний не прошла достойно, верно, подлинно и свято. Порою гнулась под напором зла, порою удирала, как могла, с оглядкою трусливого солдата. И думала в такие дни, увы, я больше не годна отцу для дела. Он столько лет растил меня в любви, он искупил меня ценой крови, а я пройти проверку не сумела. Другие лучше выполнят урок, шептала я, они пройдут достойно, но в жизнь мою сходил великий Бог, кто дочерью своей не пренебрег, хотя пред ним стоять мне было больно. Он своим духом сердце укреплял, с любовью открывал святое слово и, ободрив, бой снова посылал, и в руки старый меч опять давал, ведь лучшего не изобрел другого. И я, к оружию этому прильнув, о промахах недавних вспоминала, порой смотрела молча в вышину, молясь, о, не оставь меня одну, я постараюсь, я начну сначала. По безграничной милости отца я вновь сражалась и врагов рубила, неслась вперед, стирая пот с лица, в надежде добежать и до конца с неистовой, огромной, вечной силой. Но, пошатнувшись, падала в пути. Как оступились ноги, неизвестно. О, что за притяжение земли! Звала друзей, что встать мне помогли, а в сердце дрожь, мое ли это место? И снова мой отец своей рукой давал мне передышку пред сражением и в душу изливал святой покой и объяснял мне, что никто другой не выполнит мое предназначение. Какой бы ни был из меня боец, есть место лишь мое на поле боя. Туда меня поставил сам отец, там для меня отрада и венец. Оттуда двери в небо голубое. Аминь.